Всем привет! Вот веду репортаж из отеля Hilton, потренировалась и уже буду домой ехать. Да, я все еще в Эляйне. Кстати, город Эляйн имеет три произношения. Эляйн, Аляйн и такой по-арабски Олейн, Олейн. О, вот так вот. Так будет правильно. Сегодня покажу вам Эляйн вечерний. Поеду вечерком в город, сниму вам пару видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем добра! Вот пока иду по остановочке, по парковочке, тут плюс полтинник. Знаете, привыкла, но ну вот такой вот вид здесь, прекрасный, с пальмами. Всегда мечтала жить где пальмы, но не в плюс 50, конечно. Ой, жарко! Привет! Вот, иду по Эляйну, по вечернему гуляю. Вот, да, вот, скажем так, видно по всему виду, что это не Дубай, конечно, но ничего. 2 часа на автобусе, и вы будете в прекрасном городе Дубая. Вот, видите, магазинчики, всякие машинки, люди ходят. Да, вот такой он, как бы сказать, обычный маленький городок Эляйн. Ну, ничего такого интересного. Если замечаете, все машинки белые, да, они очень любят белый цвет. Практически все машины, наверное, процентов 90 белого цвета здесь. Вот вечер, плюс 48. Вот. Ну, как-то уже привыкла к такой жаре. Хотя в маске ходить тяжеловато. Видите, я ее спустила, на самом деле, за это штраф 3000 дирхам. Это если в гривнах умножать на 7, а если в долларах, то это примерно вот почти 800 долларов. Вот. Ой. Вот. Такие дела сегодня. Нужно было делать дела в центре, заехать в магазинчики. Вот такие здесь домишки. Хотя вот в Дубае тоже такие улочки есть. Завернул, вот в такой улочке оказался. Раз, там пакистанцы живут много. Завернул. В индийской улочке оказался. Там много индийцев живут. Кстати, еда индийская вкусная. А на пакистанских улочках всегда много всяких распродаж, футболок. Поэтому дело, что паленых. Но хорошие, качественные, ничего так, нормально. Вот. Такие вот дела сегодня. Продолжаем дальше шагать по Эляйну. Уже одеваю масочку. Вот, просто смотрите, что. Вечерний город Эляйн. Свинина. А, кстати, вот в том магазинчике вы можете купить свинину. Представляете? В мусульманской стране, да. Лайфхак. Будете в Эляйне, уже знаете, где приобрести. На центральной улице практически. А вот прикольный магазин Daiso. Здесь японские вещички. Точнее, японский магазин. С разными прикольными вещичками. Вот он сзади меня. Вот. Вообще снимать нельзя в Эмиратах. Мне за это может сейчас сильно прилететь. Но хочу вам показать. Какие просто здесь вот классные вещи есть. Просто вообще вот, ну, такие уютненькие всякие сумочки, игрушечки. Всякие вот для кухонки. Вот, посмотрите. Вот. Пытаюсь показать вам, но уже пришло много людей сюда, особенно местных. И могу я получить. Поэтому вот выходим из камеры. Смотрите, какую я нашла прихваточку. Прихватка для посуды, миленько, да? Вот, сейчас покажу вам мечеть. Одну из самых главных достопримечательностей Эляйна. Мечеть Шейхи Салямы. Вот она. Смотрите, большая какая. Очень-очень большая и длинная.
Вот просто огромнейшая мечеть. Вот. И вот сейчас покажу вам такой вот у нас, да, центр Иляйна, вот он. Вот. За мечетью находится Town Square. Большой такой полукруг, где часто проходят концерты, где бегают, играют дети. Но сейчас, конечно, все это закрыто. Все закрыто. Вот, я присяду. Вот. Кстати, сейчас где-то примерно 42 градуса, жарко. А в маске вообще невозможно, просто дико жарко. Гуляем, гуляем Иляйном. Мечеть Шейхи Салямы сзади нас. И как раз такое движение началось. 8 вечера, почти 9. Велосипедист чуть меня не въехал. Да, тут дорожек нет. И вообще рискуешь сильно. Все? Идем. Переходим дорожку. В общем, сейчас будем ловить таксишку и ехать домой. Вот видите, на заднем плане автобусик поехал. Также есть и автобусы. Есть и автобусы. Вот, стоят они 2 дирхама, это примерно 1,5 доллара или 14 гривен проезд. А здесь красивенько, центр Иляйна. Фонтанчики. Вот. Вон мечеть Шейхи. Вот. Красиво. Это вот такой древний какой-то пейзаж такой. А вот такая беседочка здесь. Вот и фонтанчик сзади.